Resident Evil. September 28th, daylight. Монстры захватили город. Каким-то образом... Я все еще жива.
У нас тут...
Помоги! Нет! I
Ты один из выживших, из группы спасателей, правильно? Только что видел человека из твоей команды, Карлоса. Как такой девушке, как ты, удалось выжить? Эй, я не просто... А, выглядит плохо. Ну так, Джилл, ты решил нас выручить или нет? Джилл, надень это.
Он у меня в ушах звенит. Thank you.
Подожди.
Thank you.
Stars. Похоже, мы готовы выдвинуться. Вот, возьми это. Окей. Николай? К нам не присоединиться. Я понимаю. Я поведу вагон. Пошли. Выглядит прилично. Михаил! Выходи из вагона быстрее. Михаил, подожди, не надо.
Уходи отсюда, поторапливайся. Карлос, вот тебе подарок.
Thank you.
Сюда.
Все наконец-то закончилось. Прости, Джилл. Пожалуйста, очнись. Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я проснулся от звука дождя. Не могу поверить в то, что я до сих пор жива. Карлос? Похоже, мы немного изменились с тех пор, как впервые повстречали.
There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, Thank you.
Thank you.
Я удивлен тому, что тебе удалось остаться в живых до настоящего момента. Что происходит? Что это?
Карлос. Thank you.
Ты еще шляешься здесь. Николай! Так ты хочешь выбраться отсюда в одиночку? Таков твой план? Я убедился в том, что никто из других... Внимание! Приступаю к операции в помещении для обработки. Всем немедленно эвакуироваться. Эвакуироваться.
Внимание! Внимание! Не хватает энергии для запуска системы. Система запущена. Выполняю программу быстрой зарядки. Подготовка к действию. Внимание! Перегрев системы. Перехожу в режим охлаждения. We'll be right back.
Сюда. Кажется, все закончилось. Отлично, уходим отсюда. О, нет. Это здесь. Пора идти. Все, хватит. На этот раз ты зашел слишком далеко. Мы наблюдаем сейчас самый трагический поворот событий. Похоже, президент и Совет Федерации вынесли вердикт об уничтожении всего Ракун-Сити. Президент и Совет Федерации сочли, что операция по полному уничтожению – это лучшее решение в этой экстремальной ситуации, и отдали команду начать ее. На основании этого решения Ракун-Сити был буквально стерт с лица земли. По последним данным, число погибших превысило 100 тысяч человек. Наши сердца скорбят по погибшим жителям Ракун-Сити.